Всем привет! Приобрели вот такое мороженое, называется Ленинградское батончик. Ну, Ленинградское это из-за города Ленинград. Давайте посмотрим, где его производят. Сейчас Ленинграда нет, сейчас есть Ленинградская область. И, по-моему, жители Ленинградской области называют ленинградцами. Вот. Так, изготовлено по заказу, так, изготовитель. Так. Ой, либо Санкт-Петербург, либо Ярослава, либо Вологда. Кто-то из этого. Там по буквам, но я прямо читать не буду, потому что я думаю, что ну не очень хочу выискивать. Это очень долго и сложно. Так, ну здесь массовая доля жира 10%, 10% сливки. Самые дешевые сливки. Сразу за сливки минус. Потому что ну такого не должно быть. Мороженое должно быть из более жирных сливок, я считаю. Так, давайте откроем. А, по граммовке оно 80 грамм. Ну, скажу, что оно какое-то прям подвытекшее. Вот. Из глазури выглядит не очень красиво. Из-за этого минус. Нету палочки, нет ничего. Кушать неудобно. Из упаковки кушать руки мерзнут. Тоже минус. За упаковку абсолютный минус вообще просто за упаковку. Сейчас придется брать тарелочку. Так, вот у нас появилась тарелка. Давайте положим вот это мороженое вот сюда. И давайте попробуем. Ну, сразу скажу, глазури много. А глазурь это вкусно. Кстати, глазурь такая кофейная. Ну, чувствуется запах. Ну, именно какао. По вкусу, вот я скажу, что в этом мороженое я чувствую молоко. Другим мороженым, сколько не ел, молоко вообще почти не чувствовал. А здесь чувствуется молоко, но немножко кисловатое, но молоко. Ну, за это плюс. Ну, пока большой самый минус только за упаковку. Ну, все остальное время, ну, все остальное нравится. Что-то, что молоко, то, что глазурь. Какой звук. Вот. Поэтому такое мороженое я рекомендую только покупать домой. Кушать дома с кофе там, либо еще с чем-то. Давайте по баллам. Ну, по баллам я за это мороженое поставлю 8 баллов из 10. Почему 8? Потому что, ну, снимаю балл вот за упаковку. Потому что упаковка очень неудобная. Ну, руки будут мерзнуть, это все разлетаться. И что мороженое, это хорошо кушать дома. Вот, на улице вы его не поедите, поэтому, ну, за это все равно 2 балла я снимаю. Ну, 2 балла, потому что в большинстве людей кушают мороженое на улице, когда жарко. Ну, кроме нас, мы кушаем мороженое дома. Вот, поэтому восьмерочка, покупать такое рекомендую, это вкусненько. Ну, прикольно. Спасибо вам за просмотр, подпишитесь, пока-пока.